Ну, наша общественная организация «Северный поток» участвует с 2008 года в субботнике на этом гарнизонном кладбище. И осенью, и весной. И летом сюда приезжаем с Ладом Боговым, косим траву. Ну, что для меня, память о войне – это святое. Четверо моих дядек и дед воевали. Двое погибли. Один погиб, без вести пропал под Сталинградом. Второй после войны в Украине. После войны, да. Вот. Поэтому память о войне для меня святое, для меня, для моей семьи. Но когда я услышал, прочитал в газете про субботник, который будет в Солостевском, то есть на гарнизонном кладбище, мы со своими ребятами приехали, и вот уже много лет здесь. Здорово, что молодежь приезжает. 9 мая, общественная организация «Нам по пути», «Балтийский Витязь». Много общественных организаций здесь побывали. Это радует. С другой стороны, огорчает то, что количество не растет. Вот в первый год, в 2008 году, было буквально 200 человек. Люди приехали из Юрмалы, там, с разных уголков. Это был 2008 год. Вот. И, ну, вот плюс-минус 50-100 человек. А больше нет. Почему? Почему, не знаем. 9 мая народ приходит. 150-200 тысяч 9 мая. Вот возьмем, к примеру, Солостовск, когда Международный день памяти узников концлагерей. Туда тоже приходит, ну, человек 200, больше не приходит. Из года в год. А почему так происходит? Не знаю. Но слава Богу. Слава Богу, что молодежь вот сюда приходит, приезжает, убирает, слушает рассказы, передает дальше. А это самое главное, чтобы помнили, чтобы память оставалась и передавалась дальше. Вот это самое главное. Так что сегодняшний субботник, слава Богу, вот, проходит. Солнце светит, кстати, хочу заметить, и действительно, что каждый год, когда субботник происходит, дождя нет. Дождя нет. Солнце светит, или, ну, во всяком случае, дождя нет. Заканчиваем субботник, пошел дождь. Но пока субботник, Боженька хранит это место. Действительно, это уникально. Это из года в год, это с 2008 года. Поэтому действительно это святое место, и Боженька все видит. Так что спасибо всем тем, кто приходит и будет приходить сюда. И я надеюсь, что со временем вот это старое гарнизонное кладбище приобретет и официальный статус, и здесь будет мемориал. Официальный мемориал. Мы на это надеемся. Так и будет. А представьтесь, пожалуйста. Сосолятин Олег, общественная организация «Северный поток» и мемориал нашей памяти.